13 октября в дежурную часть полиции Цзунхемческого района поступило сообщение от жительницы города Чадан о том, что неизвестные из летней кошары похитили ее лошадь. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что кража совершена путем взлома досок летней кошары, расположенной во дворе дома заявительницы. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам были установлены и задержаны подозреваемые в совершении данного преступления. По данному факту следователям межмуниципального отдела МВД России Цзунхемчикский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий двое жителей села Хундергей, причастных к совершению данного преступления, были задержаны сотрудниками полиции по горячим следам. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.